I have a request for the floor from the Russian Federation to make a further statement. I give them the floor. Спасибо, уважаемая госпожа председатель. Я не могу не воспользоваться этой возможностью, поскольку это ваше заключительное заседание, и не сказать, что мы очень рады, что этот месяц заканчивается, поскольку если в популярных, известных всем нам художественных фильмах и книгах британские дипломаты и чиновники обычно предстают людьми исключительно вежливыми и обходительными, заботящимися о традициях и держащими слово в любых ситуациях, то за месяц вам удалось, если не разрушить, то существенно подорвать этот стереотип, находясь во главе Совета. И вне всякого сомнения, что ваше председательство, безусловно, войдет в учебники дипломатии как пример того, как не должен вести себя председатель. Какие бы личные убеждения и настроения не были у постпреда, и какие бы конъюнктурные интересы не были бы у его столицы, вам удалось за месяц существенно подорвать или разрушить писанные и неписанные правила, на которых базируется доверие и конструктивное сотрудничество членов Совета. И вне зависимости от геополитической конъюнктуры, последствия ваших действий мы будем ощущать еще долго. Я действительно желаю успеха будущему американскому председательству Совета и полагаю, что на фоне вашего председательства, госпожа председатель, добиться успеха нашим американским коллегам будет совсем несложно. Детали мы расскажем на рэп-апе сегодня. Спасибо. I thank the representative of the Russian Federation for his statement.